Самую современную и уникальную для муниципалитета ледовую арену открыли в Отрадном. Там будет тренироваться взрослая команда из 100 юных хоккеистов. Недавно состоялся смотр детей для занятий фигурным катанием, по результатам которого сформированы 6 оздоровительных групп. Места и времени хватит всем, в том числе и непрофессионалам. На трибунах предусмотрено 208 зрительских мест. В здании разместились спортивные и тренажерные залы, раздевалки, душевые, кафе. Построили объект в рекордные сроки на условиях государственно-частного партнерства. Всего было потрачено 262 миллиона рублей. Пока подобные ледовые дворцы есть только в Самаре и Тольятти, а в перспективе должны появиться во всех крупных муниципалитетах. На очереди Сызрань и Новокуйбышевск. Будем совершенствовать реконструкцию, проводить из стадионов с тем, чтобы были на самом деле самые современные условия для занятий физкультурой и спортом. Чтобы молодой человек мог реализовать себя полностью и вплоть до того, что стать олимпийским чемпионом. И тогда мы будем всегда впереди, тогда у нас будет всегда, за нами будут победы, и тогда мы будем гордиться тем, что мы живем на этой земле, мы живем на Самарской земле.